Другим темам. Эффективный контроль за расходованием средств на нацпроекты, строгое соблюдение законов Следственным комитетом и гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы. Об этом и многом другом говорил сегодня Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами, назначенными на высшие должности. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Ну, конечно, главное внимание на таких встречах уделяется повышению обороноспособности страны. Вы знаете, какая масштабная, планомерная работа ведется все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой. Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжелой ракеты «Сармат». Поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет». Современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки военно-морского флота, в том числе гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире. Именно такое современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских вооруженных сил. И поэтому еще выше становится требование к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы.